Каждая пятая семья в России не может иметь детей и нуждается в медицинской помощи. Такие данные озвучил накануне на пресс-конференции в Госсовете ректор медицинского университета Алексей Созинов. По его словам, число здоровых девушек за последние десятилетия уменьшилось на 20%. Большинство из них страдает хроническими заболеваниями, что уменьшает шанс забеременеть и родить здорового ребенка. Удар организму наносит вредные привычки и аборты. Их число по стране в 3 раза выше, чем в Европе. По словам председателя общества акушеров-гинекологов республики, решением проблемы может стать мотивация сохранения репродуктивного здоровья у подростков.